В демисезон владельцы автомобилей часто затрудняются ответить на вопрос, в какой период менять резину, особенно когда погода непредсказуема. Считается, что менять шины на зимнюю нужно 15 ноября. К этому времени в среднем начинаются заморозки. Однако главным ориентиром должен стать прогноз погоды. Октябрь и ноябрь являются золотым временем для шиномонтажек. Именно в этот период погода непредсказуема, поэтому очередь на смену резины все растет. Порогом для переобувания автомобиля считается среднесуточная температура в 5-7 градусов на протяжении нескольких дней. Если фактическое значение ниже, вам понадобятся зимние шины. Если выше, летние. Но и не стоит забывать и про погодные условия. Я не переобулся, еще не время. Я уже переобулся, потому что действительно погода непредсказуемая, и хочу обезопасить себя. Машину переобул. Некоторые водители предпочитают использовать один комплект шин в течение года. У всесезонной резины есть и свои преимущества. Она помогает автомобилю сохранять хорошую управляемость при любой погоде. А еще для нее не нужно искать место для хранения. Однако ее усредненные характеристики всегда оказываются хуже, чем у обычных летних или зимних шин. София Пирогова, Александр Грачев, телеканал ЮТВ.